Всем привет, дамы и господа, подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф. И сегодня в своем новом видеоролике по проекту Amazing Online. Кстати, не забывайте регистрироваться по моему промокоду Левонти, который вам даст на 5 уровне 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. И я хочу попользоваться чуть-чуть ютуберской админкой, совсем чуть-чуть, и попробовать вообще посмотреть, что к чему. Как я могу пранкануть игроков? Мне интересно вызвать в них какие-то эмоции, влезть в РП-процесс, что-нибудь такое натворить. Но не по-жесткому, естественно. Жесткого ничего не будет. Мы просто поприкалываемся, сделаем это аккуратненько, в рамках дозволенного. И вообще вызовем какую-либо эмоцию у людей. Смех, там, радость, горе, слезы, плач. В общем, в этом видеоролике все будет. Готовьте чаёху, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Мы продолжаем снимать наш видеоролик. И сегодня в этом видеоролике, как я уже сказал в начале, будем прикалываться над игроками. Наверное, напомню вам то, что я являюсь администратором на данном проекте. Я именно имею ютуберскую админку максимального уровня. Это что сейчас было? Ну ладно, рация, понял. И мы попробуем с вами сегодня попользоваться командой, потому что я давно что-то не использовал их по назначению, потому что бывает захожу редко, бывает захожу часто, но никогда типа не использую их по назначению, многие команды. Давайте еще раз пробьем Yo Help. Что у меня есть? У меня есть чат ютуберов, скин выдать. Могу поставить все любое время суток. Погода, это очень удобно для съемок. Также режим камеры новый недавно добавили, прикольный. Могу выдать себе оружие, ХП, создать любой транспорт, удалить его, телепортнуться, но мы этим часто пользуемся, как вы видели. Отремонтировать транспорт, телепортнуться по местам общим, полетать. Но у меня есть типа на Shift просто обычный полет. ГМ у меня есть, ну это понятно, это тоже на кнопочку у меня стоит. Виртуальный мир могу поставить игроку и себе, соответственно. Могу тэпнуться к игроку, могу телепортнуть игрока к себе, могу мероприятие создать, могу заморозить кого-то, разморозить. Могу ХП выдать в радиусе, спаун выдать. Могу отправить МСГ, то есть общее сообщение в чат. Могу создать какие-то объекты, вот слежку начать и фейк от имени игрока. Ну давайте попробуем, посмотрим по табу, что у нас тут вообще имеется. На данный момент у нас сейчас 232 человека в онлайне. Давайте, наверное, попробуем с вами что-нибудь намутить. А именно, последим за какими-нибудь игроками. Вообще начнем типа с первого ID. Либо полетаем сверху и посмотрим. А, вон, давайте, 157 едет, да, по ВХ вижу. Вот давайте прикольнемся над ними, типа... F-чат. Подождите, а что там было? Фейк? Да, фейк. 157. Ми. Пукнул в машине. А, у меня же тут КД, блин. Ну ладно, давайте сейчас еще раз поприкалываемся чуть-чуть. Вот они сейчас, походу, останавливают автобус. И это как раз мой шанс поприкалываться над ними, потому что я ми отыграл. Ну это типа как РП-процесс, я думаю, они не особо... Это что? Я думаю, они не особо заметят то, что это было в чат написано РП, типа, потому что бывают всякие разные болезни, там, булимия и так далее. Они могут подумать, типа, на них. То, что вот какая-то такая ситуация. Так, ага. Автобусник от них уезжает, да, как я понимаю? И он бежит обратно в автомобиль. Так. Он не может выехать. Никак. У меня тоже такой же есть. Прикольно. Давайте это о составка администрации напишем. Давайте ничего не будем писать. Пошел отсюда мусор, я написал. А почему? Почему она не реагирует никак? Почему они вообще никак не реагируют? Блин. Ой, а тут админ, да, вмешался в процесс? О, ставка, тут стоп. Они пристали ко мне. Они меня достали. Они едут, не дают мне зарабатывать. Ага. Отставка администрации не лазит в РП-процесс, вам администратор не поможет.
Это надо прощаться с прокладом. Так, ладно, мне, короче, с ними не особо интересно. Я понял то, что у них какая-то тема. Этот чел вообще сидит, что-то фармит. Во! Геннадий Гренко и Максим Поставский. Че, давайте напишем от имени Максима. Почему у тебя такая машина медленная? По байтам, типа. Да это не моя машина вообще. Я вот чую, как без одного просто пытаюсь. У меня М560. То есть это, походу, типа подвозит, и он такой, типа, едет. Блин, ему задают такой вопрос, это так некультурно. Блин, он еще сказал то, что у него типа М5Е60, да, и надо написать от его имени. Да кому ты врешь? Откуда у тебя М5Е60? Может быть, ты же бомжара. Блин, 19 секунд. А, ну они, видимо, долго будут еще ехать куда-то. Я думал, они, наверное, шанс сворачивают или... Мне кажется, он его куда-то подвозит, типа, они вообще, типа, не знакомы друг с другом. Здравствуйте, можете полный бак, пожалуйста, оформить починку? Да, полный бак, починка. Сейчас, 3 секунды. Раз, два, три. Что сейчас будет вообще? Он еще увидел это сообщение, нет? Блин, Геннадий Гренко, по-моему, все фул оф и качество ушел, он даже чат не, наверное, не читает. Как-то я не вовремя написал, надо было момент выжать, чтобы они уехали, типа. Давайте еще раз подождем чуть-чуть, там, 40 секунд. Надо, конечно, попросить, чтобы КД убрали, потому что вот КД, оно прямо очень жестко именно в том плане, что в плане таймингов он очень жестко приходится ждать. То есть вот по минуте, блин, на одно отправление это очень жестко. Надо, чтобы вообще это было без задержек, чтобы настоящие лютые пранки устраивать. Сейчас еще раз отправим. 4 секунды. Ну ладно, за 3 косаря тоже будет. Зато заработок у вас будет хороший. Что-то он, походу, игнорирует Максима. Не, слушайте, вот смотрите, вот дадите 10 тысяч, чтобы я взял машину с гаража, я покажу, что у меня есть такая. Ну а коль не дадите, то какие тогда доказательства у вас есть, что ли? А-а-а, он про эту машину. Он про эту машину говорит, да? А Максим вообще что из себя представляет? У Максима 137 лямов вообще на банке. То, ну не, ну Максим может себе позволить так повыпендриваться так-то, да? Ну ладно, я их не буду, в принципе, это тревожить, мешать. Давайте любой рандомный ID введем. Так, тут бред какой-то происходит. Это что такое? А, это рыбаки. Так, что бы написать? Не, ладно, не буду рыбакам мешать. Так, это понятно. Так, тут он соло. Это беседование. Сенфа, так что ты будешь увольняться, блядь, если тебя я здесь залупят нам эти сукунчики? Понизили в звании за блата. И то, что он по блату повысил, как раз просчитали, они его понизили обратно. Вот Сенфа, что у вас реально сейчас теперь называется не ОСН Грома, блядь, Ксобур? Как-то так вроде бы вот закончить. Синфа, ну я что-то слышал, что их переименовали теперь. Я такой, блядь, что-то закончил. Вот это что за херня была, слышь? Синфа, бля, хочу на самом деле пойти в этот ОСН Гром, чисто чтобы ТТшник мне дали, блядь, потому что, ну, стреляться с Акасу вот этим конченым, блядь, или что он там дает, это, ну, вообще, в смысле, блядь, хуйня. Все закончил. Вот ты видел сейчас вместо меня кто-то написал персонаж мой, короче, этот. И
Еще сейфа продолжается, вообще, все вообще на него пофиг, что он печенька. Я видос видел на ютубе, там чувак, короче, с обрезом просто, блядь, под энергетиком вот так руками бегал и с обрезом хуял. Это вообще стильно, он все закончил. И вообще пофиг на него. У С админ с чем вы рофлите, у С, что ж? С, это не смешно, я сейчас был в офиге. Как, блин, я даже ему написать никак не могу, да, в этот чат? Блин, очень ограниченная админка. Уце, слышишь, ты видел то, что только что в чат я написал, типа, дайте мне таблетку и так далее, ну, типа, вот это. Это не я писал, это админ Рока, Хуй знает, Акрам хочет в этот, в МВД, или что? Всё закончилось. В этот еще СМ Гром, блядь. Да, конечно, нет. Какие тебе активные взыскания? Начальник, можно мне новую форму? Да, конечно, пойдет. Так, понятно, ладно. Ничего интересного, но я так понял, рофлить очень жестко, это будет очень-очень жестко. Так. Ой-ой-ой. Так, 205-й. Ну тут работяги в основном такие, типа. О, Александричка. Кореножку продаешь, слышишь? Отдам. Как тяжко дочал? 8 торт. Ой. У тебя КД час. Так, ну ладно. Попранковали мы, короче, людей. Я так понял то, что это делать очень жестко. А вот такой вот видеоролик получился, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Левонтий, и до новых встреч. Всем пока-пока. Ну что, ребят, вот такой видеоролик получился. Я думаю, то, что вам понравился такой формат видеороликов. Если вам нравится, то вы можете поставить лайк. Я что-нибудь подобное еще обязательно сниму. А с вами был я, Отличник Лайв. До новых встреч. Всем пока-пока. И не забывайте вводить мой промокод Левонтий. На 5 уровне 100, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Всем пока-пока.